Президенту России снова напомнили о напитке из Кирова. Сегодня прошла 12-я пресс-конференция главы государства. Мероприятие собрало почти 1500 журналистов, и далеко не только российских. Был в их числе и журналист из Кирова, который успел задать свой вопрос. Два года назад Владимир Маматов прославился на всю страну, когда попросил Владимира Путина помочь в раскрутке кваса от кировского производителя. Маматова президент узнал и даже пошутил, цитата, «водки нет, квасу – да». В этот раз вопрос был о кировских продуктах в целом. Игорь Владимирович Васильев, да? Он хочет сделать площадку кировских товаров. Потому что если я к вам буду с каждым вятским брендом ездить, ну, в ближайшие 300 лет... В принципе, у нас будет пресс-конференция. Да? А может ли президент поддержать это? И можем ли мы это сделать в рамках вообще всей страны? Да, так это и происходит сейчас. Если вы съездите туда, посмотрите, совсем недавно там были просто какие-то замшелые рынки, значит, непонятно откуда взявшиеся. ВДНХ возрождается, слава богу. Также был задан вопрос о назначении руководителей регионов, по примеру, Игоря Васильева. Президент отметил, что такие кадровые решения позволяют посмотреть на проблемы в областях свежим взглядом и найти пути их решения. Кстати, пресс-конференция продлилась около 4 часов. За это время Владимиру Путину задали почти 50 вопросов.